Всем привет, на связи киллер, это Alien Isolation. Я неспроста сижу в шкафу, потому что, я так понимаю, этот гад где-то рядом. Потому что в прошлой серии после сохранения он сразу пришел в эту комнату. Так, ну, вроде его не слышно, вроде его здесь нету. Давайте повнимательнее осмотримся здесь. Кстати, коктейль Молотова, чертеж я нашел, я так понимаю. Что это такое? Необходим код. Шкафчик. Патроны для револьвера, хорошо. И что же мне здесь нужно? Искать аптечку в операционной? Здесь где-то проход должен быть. Ну, давайте сначала в терминал войдем. Посмотрим, что здесь. Так, приказ начальника СБ. Доктор Морли, мне все равно, что вы там должны. Покиньте Сан-Кристобаль немедленно. Вы знаете, что там произойдет, и мне очень жаль пациентов, которых нельзя оттуда вывести. Но другого выхода нет. Это последнее предупреждение. Начальник службы безопасности Уэйтс. Так, Морли, выбирайся из госпиталя. Мы расположились возле жилой башни. Люди... Нет. Я не знаю, я паникую. Мне страшно, я не могу. Сука, я пароль не посмотрел. Он очень близко. Да ну нахрен, я не могу в это играть. Так, мне надо микрофон маленько пододвинуть. Ёптеть мать! О, где он? Он ушел далеко? Или он здесь где-то? Ну, прибор молчит. Ты издеваешься? Капец. Он мне что, решил отсюда вообще не упускать? Вон он ходит, я его вижу. Так, он куда-то далеко убежал. Ёбаный в рот, прячься! Извиняюсь, я очень сильно паникую. Я не могу в такие игры играть. Так, а если я... Боже, дай мне сил пройти эту игру. Так, срочно. Пароль. 2505. 2505, так, давай слушать. Доктор Лингард, это Рэнсом. Не помните? Ну как же, ваш друг вернул компанию. Наверное, вы уже голос мой забыли. Не звоните, не заходите, совсем меня забросили. Ну что ж, вы дама занятая, а у меня много друзей. В том числе и в службе безопасности. И кое-кто рассказал мне о том, что вы сообщили недавно Уэйтсу. Меня тоже очень интересует ваша находка. В конце концов, много ли знает о вас Уэйтс? Точно меньше меня, вашего старого друга. И вряд ли он будет снисходить вашу махинацию на черном рынке медикаментов. Меня бесит этот чужой говнюк. Какого хрена ему нужно? Нахрен ко мне пристал, блин. 2505. Все, выходи. Вашего звонка, док. 2505. Да твою ж мать! Ты меня выпустишь из этого гребаного шкафчика, чужой! Вроде тишина.
Чё за бред, блин? Сэмюэлс, я иду. Так, мне надо быстренько все сейчас прочекать. Угу. Так, это я все. Быстренько сохранимся. Я так понимаю, после сохранения чужой пропадает. Уходит куда-то от меня подальше. Пробел, забыл уже, блин. Так, все. И теперь мы двигаемся. Просто вокруг вот так вот пройдем. Зайдем там. Все хорошо. Девушка поблизости тут нету. Где-то появился он. Так, а в этой комнате я не был, да? А что здесь? Медицинскую страховку компании Fixon. Будьте спокойны за свое здоровье вдали от дома. Так, стоп, я отсюда пришел. И у меня здесь путь заблокирован направо, получается. Пункт охраны. Старший офицер Лингард. Что вот это вот за коридор? Меня интересует. Возможно, здесь где-то я смогу пройти. Я, наверное, немножечко не туда пошел. Так, я здесь был, это я помню. Здесь тоже. И отсюда я вышел, когда там костер этот бахнул. Кстати, этанол. Вот у нас тут есть коктейль Молотова. Кстати, очень много материалов нужно на коктейль Молотова. И у меня закончилось вещество Б. Угу, не хватает. Ладно. Нет, СШГ возьмем. А здесь я все прочитал? Говорит Лингард, старший офицер. Да, я этого видел. Это я видел. Опять дебил где-то там скочит. Скачет. Не знаю, что. Так, я такого мнения, чтобы сохраниться еще раз, не против было. Курение в госпитале категорически запрещено. У меня есть пропуск, кстати. Я, возможно, могу открыть какую-то дверь одну. Скорее всего, вот эту. Вот здесь нужен пропуск, вроде, да. Давайте используем его. Угу. Здесь у нас трупик. Тут просто кошмар. Да-да-да, согласен с этим. Жесть. Кстати, вот мы обновили карту. Угу, вот здесь вот. Мне нужно было зайти сюда. Оно здесь. Оно здесь. Оно же не увидит меня. Оно увидело меня. Блять! Блять, сердце. Я аж вспотел, блять. Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите иметь дело, то сообщите в администрацию. Блин, крик, наверное, был очень громко. Капец, он меня спалил. Это
такой нежданчик был, это капец. Кстати, предметов нету вроде. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Рандомно генерируется, что ли? Испробуем коктейль Молотова. Хотя нет, это не, мне кажется, не лучшая идея. Сразу шкаф нужно найти, где заныкаться. Он сейчас потому что придет, и это так, по скрипту, я так понимаю. Вот он, шкафчик. Шприц мне не нужен. Блин, вот я обосрался. Оно... Блин, долбоёб. Музыка, что ты делаешь? Ты что, дура? Уходи, пожалуйста. Уходи. Чё ж ты такой дотошный, осматриваешь здесь все? Ну я пока держусь как мужчина. Я бы этого не сказал минут три назад. Как же он здесь все тщательно проверяет, говнюк. Он еще здесь. Ох. Фу, вот это вот, кстати, я вот просто так просрал одну СШГшку. Это нехорошо. Давайте я одну скрафчу сразу. Восстановим свои запасы, скажем так. Угу, хорошо. Так. И нам, кстати, куда-то вот сюда вот нужно. Это шкафчик обычный. Здесь заблокированная дверь. Нужно восстановить питание. Угу. Куда-то прямо вот здесь вот. О, вот. Сэмюэльс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Так, давайте в терминал заглянем. Надеюсь, дверь как-то не откроется. Так, это все потом я прочитаю. Гарнер, у нас тут ЧП в Сан-Кристобале. Перекрой там все. Так, оно рядом, опять. Никого не пускай, пока не придет Гарси. Кстати, куда мне идти нужно? Угу, добраться до приемного отделения. Это уже в обратную сторону мне нужно. Как-то вот здесь, так понимаю, пойти. Никому ни слова. Нам тут только паники не хватало. А когда я узнаю, какая сволочь растрепала об этом Рэнсом, заставы сожрать мочок. Рэнсом явился, размахивая удостоверением, и наблюдал всю эту хрень из портера.
Дело и так очень серьезное. Не хватало только, чтобы еще Ренсом все усложнял. Я понятно объяснил? Конец связи. Давайте почитаем. Я хочу все читать. Так, приказ начальника, мы это читали. Приказ службы безопасности госпиталя Сан-Кристобаль. Закрыт вплоть до особого распоряжения. Группа медиков организует по всему Севастополю полевые госпитали, чтобы ликвидировать последствия текущего кризиса. Об их местонахождении будет объявлено позднее. Начальник службы безопасности Уэйтс. Это звуковая этот херня, мы ее прослушивали. Отчет о вскрытии. Имя Фостер. Кэтрин. Возраст, пол, место, тело опознало, дело номера. Есть что-нибудь поинтереснее? Тут не подлежит разглашению большинство этих. Улики, заключения. Ну да, полностью дело скрыли, получается. Понятно. Я не понимаю, где он. Его здесь нет. Видите, кстати, здесь тело. И тело в середине, получается, из груди, как будто что-то вырвалось. Насколько я могу знать, а я знаю не так шибко много про чужого, это детеныш, что ли, некроморф, или что-то типа того. То есть они вот так вот рождаются на свет, грубо говоря. Я смотрю, так у большинства здесь вот это вот произошло. А это кто? Это андроид? Андроид — это хорошо или плохо? Пока непонятно. Но благо здесь есть шкафчик, где можно спрятаться. Так что это хорошая комната. Так, где наш друг? Он ушел дальше, я так понимаю, да? Блять! Где шкафчик? Блять, в пизду, мне нужен перекур. Так, ладно. Сейчас я очень далеко начну, да? Да, я очень далеко начал. Мне сейчас опять этот маршрут проделывать придется. Это капец. Я так понимаю, его здесь, по идее, не должно быть. Тут просто... Это кошмар, Сэмюэльс. Вот я здесь, получается, могу сразу пробежать просто, да, до шкафчика какого-нибудь. Чтобы так не мансить. Ой, я не могу. А вроде в этот раз его нету здесь. Так, еще раз освежим память. Так, выхожу направо и направо сразу. Все, все, я мужчина. Двигаем. Идем, 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 идем. Нас такой херней не запугать. Так, вот. Забираем Сэмюэльс, этот ящик. Аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли,
слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо... А, у меня занесено все, да? Перекрою госпиталь, отчет о скрытии. Да? Сейчас посмотрим. Отчет о скрытии, да-да-да. Ну, хоть это сохраняется, уже радует. Так, запомним, здесь есть шкафчик. Здесь есть шкафчик. О, нет, только не говори то, что ты меня спалил. Не говори то, что ты меня спалил. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Это кто? Это чужой прошелся там? Подожди, чужой здесь. А там кто ходит? Почему именно здесь ты так тихо ходишь? По коридорам бодро шастает, а именно рядом со мной начинает вот это вот. О нет, о нет. О да. А чем вот чужие питаются? Человечинка, наверное? Почему он трупы не жрет? Мне интересно. Это что такое? Это не я. Где-то близко. Так, все, он ушел с шахты. Он куда-то туда уходит. Это мой шанс. Это мой шанс уйти, я не знаю куда. Чувак, ты ж добрый, надеюсь. У него револьвер, кстати. Стоп, а куда мне нужно? Если я пойду сейчас, это обратно будет. Но здесь есть сохранение, кстати. Чувак, чувак, ты ж добрый. Не правда ли? Мы ж за мир, да? Мы же за мир. Я не собираюсь, короче, здесь сидеть. Я прячу шкаф. Нахрен. Меня двойной сигнал испугал. Походу, здесь чужой еще где-то рядом. Так, кто-то очень громко топает, это чужой. Да, чужой его убил. Дурачок, а чё он тут ходит? Как не знаю, на каком-то отдыхе. В санатории как будто отдыхает. Тут такая херня с длиннющим хвостом. Ходит, блин, а он тут разгуливает с пистолетом. Думаешь, что-то ему сделает. Дурачок ты, дурачок. А! Блять, нахуй! Чё за дерьмо? Я даже звука не издавал. Чё за бред? Пиздец. Так резко. В чем прикол? Я ничего не делал. Какого хрена? Я просто сидел в шкафу. Что за бред? Тут просто кошмар, Сэмюэлс.
Я ненавижу здесь музыку. Он что, рядом? Ты что, гонишь? Почему я его не слышу тогда, если он так рядом? Если он так близко, почему я его не слышу, мать твою? Сэмюэльс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Да по-любому. Вот здесь находится сохранение. Надо просто дойти до туда. Сохранение находится вот здесь вот, чтобы постоянно не начинать с одного и того же места. Мы будем начинать хотя бы вот отсюда. Да, сохранись. Музыка достала, не надо так делать. Персонал госпиталя составляет. Так, все. Отлично, хоть какой-то прогресс пошел. Сейчас мне нужно освежить память. Угу. Мы выходим, сворачиваем направо и двигаемся до конца. Быстрее, сука, быстрее! Ты же не знаешь где, не знаешь, пожалуйста. Ладно. Ты не знаешь, где я. Стоп, а там кто? Ё-моё. Ты не знаешь то, что я здесь. Алло. Все, она уходит. Все, она ушла. Замечательно. Оно идет обратно. Опять этот бред начался. Какой уровень сложности я поставил, блин? Средний, что ли? Че он такой дотошный? Капец. О, нет. Правая кнопка мыши, давай. Блять. Что за серия? Что за говно происходит? Я не пойму. Я задержал дыхание, как нужно. Я не отклонился только назад, блин, но я не знал про это. Нахер мне шокер, он мне не поможет. Подожди, ты же не хочешь сказать? Да, все, все верно, я сохранился нормально. Чё за музыка? Ну вот нахрена, я его не слышу, блин. Игра, нахрена ты так делаешь? Через приемные дороги нет, мне не выбраться. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница, там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Начать эвакуацию госпиталя. Да ты гонишь, ты меня хочешь туда-сюда гонять, что ли? И сохраниться не получится, блин.
Но твари этой пока не видно. И чувака этого тоже, кстати. Меня это очень сильно радует, если честно. Так, это что за комната? Есть сохранение? Есть сохранение? Это не сохранение. О-о-о. Где оно? Я готов поклясться, что слышал это жужжание неприятное. Так, быстренько, все я прочитаю сейчас. Ага. Морли, это Лингард. После инцидента Уэйтс требует изолировать госпиталь. Что это за паразит? Я сказала, что существо очень шустрое, но они все равно надеются поймать его сетью. Что? Я организую временный лазарет за пределами госпиталя. Ты за старшего. Ни в коем случае не пускай внутрь Кульмана. Не хватало только, чтобы он воровал лекарства под носом Уэйтса. Курение в госпитале... В сетку его? Серьезно? Смешные ребятки, молодцы. Так, вот у нас новое получается. Душевное тепло. Я заявляю официальную жалобу руководству госпиталя. Я не желаю, чтобы моим лечением занимался андроид. Какой угодно андроид. Я старший менеджер Сиксона, и я инвестировал в Севастополь крупную сумму денег. Я хочу, чтобы меня лечили нормальные врачи. Нормальные врачи. Люди. Угу. Расписание дежурств здесь. Медкарта 2. Лечащий врач. Доктор Лингард. Сильные химические ожоги рук и ног. Так, медкарта 3. Лечащий врач доктор Кульман. Предположительно повреждение мозга вследствие асфиксии, вызванной удушением. Ничего не поделаешь, только зря койку занимает. И инцидент мы это прослушали с вами, да? Теоретически запрещено. Так, его нет, он есть. Вот, он где-то по шахте, видать, херачит. Потому что очень быстро как-то идет. Не по шахте. Я понял. Давай, подойди к шкафчику. Подойди ко мне, хер ли ты. Компьютер, по идее, знает где. Как ни крути. Оно просто создает видимость того, что он не знает. На самом-то деле... Он идет прямо ко мне. Замечательно. Да ты тварь, что ли? У тебя других дел нету, кроме как этот, вокруг этого шкафчика крутиться? Да естественно, подойди понюхай, что же здесь находится? Я задержал дыхание. Уходи, уходи. Я, по-моему, сейчас сдохну. Блять, да опять. Я не могу просто. Я думал, все, как бы, он отошел уже. Персонал госпиталь составляет андроид. Ну, все, короче, давайте в фастом. Быстренько пробежимся на мужика. Заберем наконец-то. А, стоп. Мне уже забирать-то ничего не надо. Просто надо двигаться туда и все. Давайте просто пробежимся. Заходим такие. Чисто ничего не боясь. Да-да-да, музыка, давай. Беси меня. Коктейль Молотова в руку, все. Мне нормально, как бы. Меня она спасет, я так думаю. Главное не промазать, да? Просто главное не промахнуться. И все остальное будет круто. Так, я видел карту, видел. Неважно, что там, но я это заберу, потому что мне это нужно. Все, все, отстань. Так, куда мне дальше? Угу, в большой зал в этот надо. Хорошо, я здесь. На, тварь! Сука, нет! Беги, беги, беги! Сашига, срочно!
СШГ! Сука, СШГ сказал, дебил! Где здесь прятаться от него? Вот где, скажи мне. Так, что мне здесь надо? Электростанция, начать эвакуацию госпиталя. Хорошо. Я вроде спугнул его коктейлем, но коктейль очень дорого стоит. В плане крафта. Короче, оно где-то здесь опять. Я не знаю, где мне прятаться от него. Даже намека нет, он ни на шкафчик, ни на что. Куда мне здесь вот идти? Вот, кстати. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Отлично. Отлично. Хорошо. Отлично, 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 отлично. Так, запускаем следующую. Запускай. Раз, два и три. Все, начинаем эвакуацию. А там что-то искрит, это нормально? Так, стоп. Стоп. А это что? Так, я что сейчас сделал? Рипли, вы целы? Рипли? Не сейчас. Это устройство компании Sixon. Он сейчас выключит его, что ли? Чувак, я не готов начинать все сначала. Что это такое? Нет! Оно здесь, оно здесь. Оно надо мной вообще, охереть. Такс. Ага, оно где-то там. Этот возле компа, походу, стоит еще. Так, андроид приближается ко мне, а тварь ушла. Я не вижу андроида. Он, кстати, по-моему, ушел. Это мой шанс запустить эту систему. Давай бегом. Буковка Е такая. Угу. Вот этот значок. И где вот этот вот? Все. Отлично. Права администратора. Так, вентиляция у меня плохо работает, этот прибор. И
скорее всего, здесь надо будет игру сделать немножечко потише, потому что сигнализация очень громкая, прям чересчур. Прям серьезно, чересчур громко. Так, куда выведет меня эта шахта? Как мне посмотреть другой этаж? По идее, я вот зашел туда, вышел. Где-то вот здесь вот мне нужно выходить, по идее. Правильно я понимаю, да? О, нет, блядь! Да, пипец. Это было не страшно, это было обидно, потому что... Сохраняюсь я только на этих пунктах же. О, боже мой. Короче, опять на мужика и опять топим. Что за хрень? Что за бред? Почему? Могли делать какие-нибудь, не знаю, контрольные точки. Какого хрена? Я ж правильно бегу хотя бы? Да. Блин, это так тупо. Сейчас же мне опять придется. Мне не выбраться. Там ползать. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Процедура эвакуации. Господи, опять заново. Ну хотя бы, не знаю, там поставили бы эту приблуду туда. Какого хрена я должен опять это все делать? Вот что это за шкрежет, за шум? Почему он здесь есть, если монстра здесь нету? Это же нелогично, блин. Вот это было сейчас страшно, кстати, с баночкой. Так, все, я двигаюсь, похер мне. А в этот раз чужого здесь нету. Следовательно, я сохраню свой коктейль Молотова. Это не может меня не радовать. Давайте снова запускать эту систему. Но сейчас гораздо быстрее я сюда дохожу. Но это все из-за того, что здесь нет чужого. Был бы здесь чужой, было бы гораздо сложнее. И, как я понял, чужого можно в вентиляции определить таким путем, то, что с него слизь капает. Так. Вы целы? Рипли? Не сейчас. Вот он, вот, капает, видите? И ушатать я его, блин, не могу. Глядя на большую картину, мы не забываем о малых деталях. Да-да-да, чувак. Используем УРД. Давайте по-быстренькому. Так. Вот это. Вот это. И вот это. Все? Поехали. Свободен, скорее!
Я обойду эту дырку. Вот, вот, он здесь, он меня поджидает. Сукан такой. И, кстати, я пошел не туда. Бляха-муха. О, сенсор не нужен. А здесь есть выход где-нибудь наверх? Нет, это я обратно возвращаюсь, получается. Что за херня?